І до нас у прямий ефір доєднується Муса Таїпов, представник Чеченської республіки Ічкерія у Франції, племінник Джохара Дудаєва. Я змушена перейти на російську, аби поговорити з нашим гостем. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Войну в Украине часто сравнивают с чеченскими войнами. Параллели проводят и в жертвах, и в разрушениях. Вот насколько похожи действия России и само течение войны? И отличаются ли действительно потери Российской Федерации в этих войнах? Войны были не чеченские, российско-чеченские, я отмечу немножко. Второе, война, которая сейчас ведется против Украины, российско-украинская война, она была опробирована, обкатана на нашей территории. И особых отличий я не вижу, кроме того, что у вас огромное преимущество в том смысле, что население, экономический потенциал, территория, огромная помощь всего цивилизованного мира, возможности средств массовой коммуникации тоже в том числе работают на Украину. И военная помощь неоценимая, как я понимаю, потому что она оказывает огромную поддержку. Ну, плюс еще ко всему самое главное – симпатии всего мира на вашей стороне. Что касается самих боевых действий, военных действий, которые ведет Россия в Украине, против Украины, то для нас это ничего удивительного нет. Нам не повезло в том смысле, что наша территория была меньше, и у нас Буча была вся наша республика, вся страна. У вас это, к счастью, Россия не смогла пройти вот таким образом катком по всей территории Украины, и даст Бог не сможет. Силенок не хватит. То есть вот такие зверства, издевательства, да, над людьми. То есть как тогда, так и сейчас по старинке. Вот я сегодня разговаривал с нашими правозащитниками. У нас имеется огромный объем документов по факту, установленному факту преступления России на нашей территории. 1 300 000 файлов у нас находятся. Они на стадии обработки, классификации, поскольку преступления были совершены разные, в том числе порча имущества, грабеж, мародерство, изнасилование, убийство, пытки, похищение. Вот мы поэтому вандализм, по этим фактам пробуем сейчас их как-то классифицировать, упорядочить, и потом в дальнейшем, чтобы использовать их против России. То есть десятилетиями, я так понимаю, визитная карточка российской армии не меняется. В истории не бывает сослагательного наклонения, но все же. Что могло изменить ход войны в Чечне, по вашему мнению? То, что сейчас произошло с Украиной, если бы в то время мировое сообщество обратило бы внимание на эту войну, то дальше бы уже Россия современно не пошла бы. Но реакция была слабенькой. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы на политической карте мира как такое незаметное пятнышко. Нас не сочли интересными. Потом была Грузия, она тоже небольшая. Но вот Украина, это уже... Вот она уже, Европейский Союз начинается. Европейский Союз, слава Богу, проснулся и понял, что дальше уже игнорировать это просто практически невозможно, что это угроза несет уже самой Европе, всему цивилизованному миру. Понимаете? Высказывается мнение, что сейчас, если не остановить Россию, то она может аннексировать и Молдову, и Грузию. Что думаете? Вы помните... В России часто устраивают всякие автопробеги, там пишут, можем повторить, на Берлин там и так далее. Да? Вы думаете, это просто так спонтанно? Нет? Клянусь, они мечтают об этом. Мне один знакомый здесь как-то русский сказал, говорит, если в 814 году, говорит, из Парижа не вывели бы войска, говорит, то я бы сейчас не ходил бы здесь, говорит, не просил бы у них вид на жительство. Я на него посмотрел, как на придурка. То есть это ментальность такая? Да, это ментальность. Ну, посмотрите Россию, извините, посмотрите Россию, регионы, посмотрите, как они там живут. Это абсолютное дерьмо. Они живут в дерьме и пытаются весь мир затащить в дерьмо в это.
Понимаете? Да. Наступление России на Украину не оправдано ничем. В том числе для самой России. Мы видим умирающую экономику, огромные потери среди военных, ненависть всего цивилизованного мира и полную блокаду. А чем тогда эта война мотивирована? Какая цель на сегодня? Я говорил вашим коллегам, нападение, извините, оправдано, в кавычках. Потому что без Киева нет уже России. Россия – это симулякр вообще-то, а настоящая Русь, да, это Киев, Киевская Русь. Поэтому без вас, да, без корней, откуда пошла вся эта, да, вот нынешняя современная, которая переродилась, потом превратилась в вот этого монстра, да, в Орду превратилась. Без Киева нет уже Руси, России. Понимаете? Поэтому вы им важны просто с точки зрения их этой придуманной мифической мифологемы, мифической истории, понимаете? Без них нету, без Киева нет России. То есть мы говорим о том, что они, как бы, ну, вот, теряя все, они все равно будут идти вперед и пытаться добиваться Киева? То есть они готовы потерять все? Я уверен, что они не могут отступить. Я уверен абсолютно. Даже если сегодня сменится президент, да, следующий прикинется каким-то там Горби там, или алкашом Ельциным, чтобы передохнуть, потом появится такой, который ровно то же самое обманет, опять, мол, якобы подведен демократии там, и так далее. Как только крепнут, опять полезут по пруд. Украина наиболее важнейшая с точки зрения истории. Вот исторической мифологемы, да, современной Российской Федерации, наиболее важнейшая страна для них. Сам Киев. Они согласны оставить Западную Украину часть, но Киев важен. Ну, нас не интересует, на что они согласны. Украина была и будет единой. Активными участниками войны и ее интернет-версии в Украине сейчас являются кадыровцы. Они словно, знаете, такие сторожевые псы Путина, готовы нападать, активно хвастаясь этим в социальных сетях, но вот на поле боя они настолько страшны, как пытаются себя нарисовать. Вот. А каково восприятие их у вас? И вообще восприятие Кадырова в сегодняшней Чечне? А каково восприятие у вас, у ваших национал-предателей, тех, которые перешли и воюют против Украины? У нас точно такое же. Это национал-подонки, как отбросы какие-то. Вот и все. Абсолютное презрение. Другого, иного отношения. Как можно относиться к предателям? Понимаете, это вот как Сергей Высоцкий, журналист, сказал, тиктокеры, да? Их задача... в такое психологическое давление, устрашение. Но и там у них получился, что называется, облом, потому что воевать в Украине не поле перейти какое-то там. Украинские воины показали, что умеют воевать, что их никакими бородами там или грозными взглядами не испугать, и что они умеют давать отпор любому агрессору. Ну, да, я вспомню тогда пророчество в интервью вашего дяди в 94-м, если я не ошибаюсь, да, что на Украину нельзя нападать. Ну, это пророчество, да, действительно, это будет самая большая ошибка России, и это пророчество сбылось. А что в итоге, вот если мы говорим о нынешней ситуации, что может остановить войну в Украине? Войну остановить может только тот, кто ее начал. Вы же не начинали эту войну. Ну, а помощь, например, Соединенных Штатов, Евросоюза, что станет решающим? Там два варианта развития событий. Либо Россия капитулирует, либо она проиграет на поле боя. Понимаете? Да. Все. Да, благодарю вас за разговор. Це був Муса Таїпов, представник Чеченської Республіки Ічкерія у Франції, племінник Джохара Дудаєва.